Вам не казалось, что после распада СССР господдержка в отношении режиссеров стала намного меньше, чем в советское время, когда существовали действительно партнерские отношения между деятелями искусства и государством? Замечательный вопрос, видимо, молодого человека, который несколько превратно представляет себе суть партнерских отношений между художником и государством. Особенно в советские годы, когда эти отношения, может быть, и были партнерскими, но такими же, как, пожалуй, у Крепостного со своим барином. У них действительно, по большому счету, были в каком-то смысле партнерские отношения, потому что эти крепостные возделывали поля, с которых снимали урожай и подавали к столу барина. Вот. Что же касается нынешних постсоветских времен, то денег действительно на кино стали давать меньше, но зато какая-то, ну, опять же, сравнительно с тем, что было, появилась относительная свобода. То есть вот уже художник стал у нас не крепостным, а просто платит оброк всем, что, так сказать, вырастил, и, в общем, счастливо живет.